На проект я пришла 93 килограмма, а за время участия проекта я сбросила около 17 килограмм. Самое главное изменение – это то, что у меня, конечно же, фигура изменилась. Я очень рада, что все так сложилось. Я занимаюсь спортом, веду активный образ жизни, стараюсь питаться понемножку. Ну, дробное питание, скажем так. Советую держать себя в руках, чтобы во время проекта чувствовать себя бодрячком и дальше не бросать. Я благодарна блокнот «Воронеж» за предоставленный шанс. Мне дали, так сказать, такой пинок, чтобы я шла вперед и вперед. Большой плюс, что проект продолжается, что еще многим людям дадут шанс, ну, как бы обрести красивое тело.